Всем привет, это Калина Красная, сегодня у нас будет не обзор, а вот такая вот интересная распаковочка. Как вы видите, мне пришла подсылка от самой компании LEGO. Я думаю, те, кто смотрит обзор и видит подобную упаковку, то подобную посылку, понимают, что там может быть. Это запасные детали. Дело в том, что мне попадались очень такие некачественные детальки в некоторых наборах LEGO. Я заказывал их, и даже заказывал их иногда наперед, чтобы, типа, если вдруг у меня потрется что-то или еще что-то вот таких очень весомых для меня значимых деталей, то я смогу ее заменить или просто она мне будет лежать, храниться. Но я в любом случае, в любой момент ее смогу заменить. В общем, я примерно щупал, что здесь такое, примерно понимаю, что может быть здесь, но не до конца. В общем, распаковываем вместе, смотрим, что там внутри. Не могу сказать, сколько шла эта посылка, потому что заказываю я достаточно давно. Наверное, ну месяца 2 или 3 точно она шла. Она, я так понимаю, шла прямиком из Дании, из Европы. То есть не здешняя посылочка. И что там внутри? Я видел подобные покупки на Ютубе. И там обычно бывает несколько вещей. Компания LEGO кладет несколько вещей. Это обязательно письмо. Скажем так, извинительное письмо, да. И сама посылка, сама вещь. Так, честно, не знаю, что там вообще. Ага, вот что там, это из набора про Асоку, да, я заказывал, у меня были вот эти детальки смазанные и немножечко была потерта вот тут снизу деталька именно рок, мандрал Асоки и ноги у этого клона. Блин, круто, посмотрите только, вот такой вот дип-пакет, 4+, так что у меня теперь, если что, есть вот такая вот... голова, рога, Асоки отдельно, и если что, это такой небольшой лайфхак, если у вас вдруг они подтерлись, или вы там просто хотите себе их в коллекцию, потому что рога такая вещь, что они стираются, то они могут вам прийти, можете их заказать. Так, давайте посмотрим, что здесь, что это за письмо. Так, ну тут у нас идет адрес мой, я его не буду показывать, фокус потерялся. Вот, мы прилагаем огромные усилия. В общем, тут небольшая такая вступительная часть. Они извиняются за все, что плохо сделали. И указано, как видите, наименование деталей и когда это было сделано. Условно говоря, это было сделано 25 января я сделал заказ. То есть 25 января, январь, февраль, март, апрель. Ну, 3 месяца, 3 месяца. И еще что там? Еще одна инструкция. Все, еще продолжение. В общем... вот так вот. И давайте посмотрим, что я достану. Что там внутри? Опа. Так. Фокус. Да, вот здесь они лучше. Здесь они не смазаны. Просто бывает такого LEGO, что вот здесь смазываются части при печати. Это отлично, это супер. Здесь. Здесь. Здесь тоже все супер. Отличненько. Ну и сама голова Асоки, мантралы. Они идеальны. Вот. У меня просто был вот изначально чуть-чуть стертый кончик. Вот этот, правда вам говорю. Был стертый, поэтому я решил заказать себе именно вот отдельно рога. Ну, я не знаю, буду ли я их менять, учитывая, что у меня Асока хранится в коллекционном состоянии за полкой закрытой. Ну, в рамке, если вы видели обзор на рамку, она у меня там хранится. Это у меня будет лежать, где и все детальки. Что ж, вот такая компания LEGO молодцы, группа сервис поддержки у них работает отлично, на официальном сайте вы можете без проблем заказать, если у вас какие-то детали утеряны, или они пришли не того цвета, либо еще что-то, то без проблем заходите, заказывайте, они придут, ну, естественно, им будет чуть дольше идти. У меня на этом все, всем спасибо, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, колокольчик, всем пока!